Tell me what we wait. We are going for a feast, probably from here, almost 10-15 minutes. And it's a very beautiful place. And people say that, you know, there are rituals saying that if you burst maybe a coconut plant or a strip of the plant, then they say the evil eye goes off. Like, no negativity, only positivity. That's all for the positivity. I just walk, don't do anything. Thank you. Can I edit? You can. It's end. End. Maybe it's rice outside. Oh, maybe. No, it's this is star jungle, it's not rice. What name correct English if I won't tell rice place? Field or agricultural field. It's not yet. Wow, mountain. Very beautiful mountain. Oh, it's the same place where the last time you go in the jungle. You remember? Yes. From there? It's the same place where you go. В прошлый раз я снимала, я пыталась вот отсюда, вот с дороги, вот на эту горку подняться. Если вы посмотрите мои старые видео, по-моему, позавчерашние, ну, в общем, несколько дней назад, я именно на эту горку и взбиралась. Но это как полагается местная электрика. Угадайте, почему она так херово работает? Я опять сижу без воды и без электричества. Вот. Вот про эти зеленые сетки говорят, что они некрасивые, некрасивые, некрасивые. Но когда ими закрывают балкон, они частично отбивают воду. Если вот тот синий полиэтилен, то есть он полностью защищает балкон от воды, но там тяжело дышать. А вот такая сетка, она позволяет проветриваться балкону, и в то же время как бы основные потоки воды она отбивает. Буду снимать еще. И опять дождь. И опять у нас дождь. Опять пережидаем дождь. Ну что поделать? Какова жизнь, сезон дождей. Вот мы девочками на четверых и собрались. Сними меня тоже. Я Елена. Рада антикодем, yes. Баре я ее. Апналай кадкай. Гет дур дур. Я павая. Анди, мы бустам. Все. На двух байках вчетвером с девочками мы отправляемся. Паркинг. Паркуемся, паркуемся, паркуемся. Паркуемся, паркуемся. Обратите внимание, в каких платьях здесь ходят. Обратите внимание на одежду. А, сари, конечно, есть. Но обратите внимание, в сари женщины, которые торгуют.
А те, кто пришли в церковь, они в платьях, в рубашках, в джинсах. Yes. ओके मग किती बेजार हाडटास कळना एकदा सांगल्यार म्हणलें आसूं पोती घेतलें मग तें दवर दवर हांव उबा मेळटा आंटी आंटी रावला इन एन कम कम लेट इट बी कम पोती किती हाडटा त्यो पोती खावपा मेळपा खंय म्हाका सांगता पोती घे हांव आवडटा It's okay, it's okay. It's okay, I hold it. Take it. Нас просто штурмуют. Нас просто штурмуют. Окей. Так, мы с девочками. А, сегодня же Сандей, сегодня воскресенье. Это Сандей Маркет. What name this place? This is Майна. Идем. Так, нам сюда. Майна Джаммерс. Смотрите, в каких платьях. Платья, брюки, джинсы. То есть вот те, кто торгует цветочками, и то не все. Некоторые все-таки смотрите, как одеты. То есть, если вы видите магазины с индийской одеждой, мне иногда казалось, а куда они ее носят? А куда? А вот, вот в церковь. Вот она, смотрите, одежда в церковь. Смотрите, как здесь одеты. Это гуаны. Вот это настоящие гуаны. То есть местные. Мы с вами вне туристическом местечке, там, где прям для своих. Там, где прям для своих. Посмотрите на их платье. Посмотрите. Вот, деточка, вот они, эти платьишки. Я все пыталась понять, если их одевают только на день рождения. Да нет, их на эту одежду надевают по воскресеньям.
Смотрите, какие платьишки. Вот это гуаны. Антон, сари, сари. Ну да. В сари ходят тетеньки, которые цветуечками торгуют. А те, кто ходит в церковь, ходят вот так. A lot of people. Мы куда-то идем, мы прямо. Веерами торгуют. Какими-то четками. Ну вот попрошайничают тут тоже. Но это уже не гуаны. Гуаны так не выглядят. Гуаны выглядят иначе. Ну вот видите, я уже внутри индийцев отличаю одних от других. Да хотя бы просто по платью. Скоро уже и по лицам буду отличать. Так вот они и жили. Так не отставать, не отставать, не теряться. Вот пожилые женщины все-таки носят сари. Ну, не все. Далеко не все. И явно не большинство. Вот оно гуа. Вот оно гуа. А, те, кто торгуют всякой вот этой вот, это все приезжие. А вот это вот религиозная община. Это все ребята из одной религиозной общины. И, по-моему, это католики. Мне же говорили слово «чарч». Maybe we very fast, but I didn't see. It's online. Yes. Аня and very long outside. We very fast. When Аня? Back. Back? Yes. I'm very fast. We very fast. Need wait. What? She? I. Your sister. Come, Аня, please. Yo. Аня. Так. You have umbrella? Yes. You have... Так, мы находимся в очереди. Здесь вот идет построение в очередь. Мы все стоим под зонтиками. Какая прелесть собралась, топает. Брючки, кофточки. Сори. Зацепилась зонтиком за соседи. Mm.
Это не гуаны. Вот те, кто просят, это не гуаны. Мальчик с девочкой в форме идут. Буду снимать позже. Thank you, madam. Смотрите, в каких местах мы стоим. Вот так. И туда очень далеко. И туда далеко. И мы вот стоим на дорожке к Church, я так понимаю, к церкви. А вокруг поля и непрерывный поток людей. Часть людей, конечно, пытаются обогнать, но я обратила внимание, что здесь достаточно спокойно на это реагируют. No, здесь вот некоторые прям обгоняют, хотя мы все стоим в очереди. Но оставшиеся почему-то спокойно на это реагируют. Ну, может быть, тем сильно-сильно надо, или они кого-то догоняют. Буду снимать позже. Мы сюда идем с Анти, с тетей Ани. Причем тетя у нас является католиком. Тетя сюда ходит регулярно, а мы, я, Аня и еще одна женщина идем сюда первый раз. Девочки, как вам нравится? Tell about what you see. We are for feast. We don't know we are coming for the first time, but it's the faith that everything good will happen. About you? Yeah. Вот сюда приносят и вешают цветочки. Thank you. Это именно тетя Аня, которая нас кормит завтраками, обедами, ужинами. Мы к ней ездим перекусывать. Та, у которой вкусные чикен карри. И вот именно она сюда ходит, то есть это как бы ее церковь. Вот, нарядное платьишко. Все нарядные. И вот мы идем в церковь. Ага, так, закрываем амбреллу, да? Так, набегают. Как-то так быстро получилось, что передо мной много народу оказалось. Можно я вас всех обойду? Да, я вот так вот обойду. Так, главное не потерять девочек. Или, мне кажется, я уже потерялась. Так. Или я куда-то не туда иду. Короче, я куда-то не туда иду. Так, я потерялась. А где у меня девочки? Где мои девочки? Я потеряла девочек. А где мои девочки?
где у меня девочки? А я потеряла девочек. О, Аня! Аня, Аня, Аня! Колши, плиз. You didn't do this? You took? Nana, you keep it? Yes, yes, yes. No, 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 keep it in this. Okay. We use it later. I'm later. Yes, yes, yes. You go. I after you. I'm giving you. I'm after you. This is sweet, yes? Thank you. With it. Мне выдали кейки. Ага, тут у нас лимонадики. Пока мы шли по дороге, нам предлагали всем остановиться и перекусить. Thank you. Thank you. У меня просто рук не хватает. У меня в одной руке зонтик, а в другой у меня камера и кейк. То есть мне не хватает еще как минимум пары рук и хвоста. Под крышу. Сори. Так, вот здесь продолжают кормить. Вот там кормят. Вот там вот. Do you want to visit for this? What is that? See?
This, you this, she this. You come in, she's this. Так, здесь вот тоже кормят. Yes, yes. Здесь вот тоже кормят, кормят, кормят. Come back. Yes, I you come in, I make video here. Чем тут угощается? What is it? This is sweet. Do I can? Thank you. Так, здесь какой-то сладостью меня угостили. Не очень поняла, что это такое. Ну, тяпнула. What are you still eating? What's that? People told that this is sweet. А, окей. Вот. Yes, 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 I come in. Mm? Yes. Yes. Mami, hey mami, esto es ahí de Gandhiya. Esa ahí de Gandhiya, ya. Yes, book. Yes. I'm Russian. Thank you. Thank you very much. Stop and eat. Yes, one second, I'm stopping. Это те, кто не вошли в церковь. Церковь внутри полная. То есть вот часть народа стоит на ступеньках, а часть тех, кто не вошли, сидят снаружи. Воскресная служба.
не гон. Оказывается, мы тут занимали место оркестра. Ну вот, наша поездка заканчивается. Я вам уже с вами второй раз прощаюсь. Дождик идет, но он слабенький. Вот. Служба закончилась, все закончилось. Одеваем рейнкоды и топаем на выход. Мадам, need bread. Yes. Why are you sitting on bike? Need bread. Ha, ha, ha.